Приветствую всех на канале Arduino на сайте портал ПК. В сегодняшнем видео я буду собирать ось X. Вырезал вот такие вот заготовки. Две штуки. Из мебельного ламината. Поставлю их снаружи. Вот так вот. Затем сделал такой формы. Это подготовка к фрезерному. Одну, например, сделаю здесь, вторую тут, третью, четвертую. Соответственно, здесь решил сразу проверить, как, насколько это удобно. Разметил. Замерил толщину мебельной направляющей лазера и сделал отметку, чтобы он начал работу с края стола, чтобы увеличить рабочую площадь. Сейчас я их закреплю к стенкам. Можно будет начать подготовку к монтажу направляющих и винтовой передачи. Установил направляющие. По-хорошему бы зафиксировать вот эти заготовки, но пока не буду это делать, потому что будет очень неудобно делать ведущий вал. Поэтому сперва сделаю ведущий вал, а потом сделаю здесь такую перегородку, которая будет фиксировать и придать жесткость конструкции. Подготовил основание под лазер. Чуть-чуть немножко не точно получилось, но это я исправлю. Самое главное сдать плоскость. Теперь буду делать ведущий вал, который будет крепиться вот сюда. Для оси X, для ведущего вала, сделал вот такую вот конструкцию по аналогии оси Y. Вырезал две части вот таких вот. Сейчас установлю две усовые гайки с двух сторон. Одну с одной стороны, другую с другой стороны. И соединю их. И это будет у меня направляющий на ведущий вал оси X. Собрал, отсюда один саморез сделал, отсюда три самореза. Вот. Хождения нету. Установил ходовой вал, поставил данную каретку. Сделал отверстие под подшипник, под ходовой вал, аналогично оси Y. Вот так вот устанавливается. Сделал вот такое крепление. Сейчас закреплю на самоконтролирующейся гайке вал. И установлю двигатель вот так вот. Установил двигатель, прикрутил на два самореза. Сделал переходник. Тоже гибкую муфту. Подвигаем ось. Как видим, все перемещается. При монтаже ходового вала немножко его погнул. В связи с этим при перемещении происходит колебание. В верхней части чуть-чуть движется, небольшое колебание. На большой скорости, на небольшой скорости все движется нормально. Конечно, это все можно исправить. Но нужно было изначально делать не так. Нужно было под подшипники вырезать вот тут и придавлять их отсюда гайкой. Соответственно, вся бы конструкция не сжимала винт, а вытягивала.
чтобы намного благоприятнее сказалось на работе. Ось X я собрал, поставил даже лазерный модуль, проверил, есть небольшие недочеты, но их исправлять я буду в следующем видео. Также буду устанавливать всю электронику. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока-пока. До встречи в следующем видео.